Продолжаются репетиции. Сегодня по расписанию выходит вторая половина участников второго полуфинала. К восторгу поклонниц конкурса на сцене Олимпийского появится Сакис Рувас. Ну а мужская половина фанатов наверняка будет рада появлению Светланы Лободы, представляющей в этом году Украину. Звездный десант дополнит и азербайджанский дуэт, который представляет Араш и Айсель. Дуэт из Азербайджана получил поддержку поклонников по всей Европе благодаря сверхпопулярности певца Араша, который последние годы собирает стадионы на своих сольных концертах в самых разных уголках земного шара. Сотрудничество опытного Араша и молодой, но очень талантливой Айсель вывело пару в лидеры нынешнего конкурса. Первая репетиция дуэта прошла очень продуктивно и, естественно, вызвала у конкурсантов массу эмоций. Провели сегодня прекрасное время. Конечно, это был первый раз, но думаю, что мы справились. Для меня немножко трудно было вот это, то, что там дизайнерские эти лестницы. Вот я их видела первый раз в своей жизни, и я не могла на них стоять, мне было очень трудно. Надеюсь, с практикой это все улучшится, и в семифинале, то есть в полуфинале, будет намного лучше, чем было сегодня с этими лестницами. А так все было хорошо, но когда вот пришел этот огонь, я поняла, что у меня фобия, если честно, но что делать, придется перебороть этот страх. Это было очень страшно, конечно, стоять, когда вот шел огонь. We are actually good friends. We are only very good friends, and we enjoy each other's company very much. We have been together for 3 months. Yes. Day every night. Day. Every day. Every day. You are always on my mind, always in my heart, and I can hear you call my name on a mountain high. Always on my mind, always in my dreams. I wanna hold you close to me, always all the time. А вот у участника из Литвы под псевдонимом Саша Сон возникли куда более серьезные технические проблемы. Правда, расстроило то, что у нас, скорее всего, мы не сможем использовать свое видео. В моем видео заложена вся мысль песни, то, что мы хотели передать. То есть мне сейчас что участвовать, что не участвовать. То есть как бы я не смогу передать то, что я хочу передать, сам смысл песни. Больше всего мне нравится англичанка. Мне нравится ее голос. Я только хотела сказать, там да. тоже будет рояль на сцене. Вот, ну да, только что, к сожалению, у нее будет знаменитый очень композитор. К сожалению, у нас нет финансов пригласить Элтона Джона мне подыграть. На пресс-конференции Саша признался, что ему надоело, что его постоянно сравнивают с Биланом. Ему даже пришлось взять сценический псевдоним, так как его настоящее имя – Дима. На Евровидении он представляет песню «Love». Естественно, о любви и о том, что непременно нужно добиваться своей цели. Однако сам Саша признался, что ради любви он не готов пожертвовать своей музыкальной карьерой, ведь музыка – это вся его жизнь. Нелли Чубану призналась, что не может думать ни о чем, кроме еды, ведь молдавская делегация прилетела в Москву прямо перед началом репетиции, так что на обед банально не хватило времени. Дима Шепелев так растрогался, что даже предложил Нелли свой последний бутерброд. Она не отказалась. А вот Светлане Лободе совсем не до бутербродов. Днями и ночами она репетирует свой номер на песню «Be My Valentine». Украинская делегация не сомневается в своей победе, уверяя журналистов, что в следующем году они встретятся в Киеве. Но за этой уверенностью стоит колоссальная работа. Ведь номер украинской конкурсантки не только самый яркий, но и один из самых сложных. С этого колеса будет исходить пиротехника, ветродуи, светодиоды. Это все будет на следующей репетиции. Сейчас пока техники пробуют, как правильно его включать и выключать, потому что от каждого неправильного движения можно сломать себе руку или ногу. Вот поэтому многие трюки, которые мы делаем в колесе, мы просто пробовали, потому что боялись, ну, делать на полную катушку, потому что все чревато. Ты сам не знаешь, что попал под каблучок. Теперь мы будем вместе, готовься, старичок. Парень, парень, ты еще влюбилась, билась горячо. Серьезную конкуренцию за право проведения конкурса на своей родине в следующем году Светлане составит Сакис Рувас. Греческая делегация в этом году снова поставила на этого исполнителя, ведь пару лет назад он уже занял второе место на Евровидении. У Сакиса Руваса один из самых больших фан-клубов по всей Европе. Российские поклонницы занимают там далеко не самое последнее место. This is very exciting. I know there is a fan club. I've seen it on the internet.
And I see my friends and my fans every time I come to Russia. And this is amazing. This, you know, it's the best reward for an artist to know that people love me and like my songs and like what I do. It's the best prize, you know, I can have. It's about your first impressions about the rehearsal. It was really difficult, and this thing for skiing with the mechanism, like it was really amazing. Say a bit about this. Well, it was a very good rehearsal. I really enjoyed it. I love the stage. It's a beautiful, big stage, very bright, and a great stadium. I cannot imagine how it's going to be when it's full of people. It's going to be amazing. It was a very good rehearsal. The sound was great. We had some technical problems, but they're already taking care of it, and it's going to be fine in the next rehearsal. Закончили очередной день, безусловно, самые веселые конкурсанты, представляющие Нидерланды. Let your light shine, let the darkness fade away. I step into a brighter day. Don't forget about the role you must play. Let your light shine. Maybe the answer is just this simple song. Are you ready?